Уберто Альберти, старый друг семьи Аудиторе. Историки утверждают, что этот человек был настоящим святым. Он был прокурором, вел дела убийц, насильников и самых опасных преступников. И не проиграл за свою жизнь ни одного процесса, хотя и был самоучкой. Я взломал базу данных тамплиеров и прочесал ее в надежде найти что-нибудь интересное. И я нашел. Оказывается, Пьеро Медичи, отец Лоренцо, лишил Уберто наследства, и с тех пор тот мечтал отомстить. А тамплиеры пообещали поддержать Уберто. Отец Эцио мешал планам Уберто, и кроме того, Уберто завидовал его влиянию на правительство Флоренции. Что ж, двух зайцев одним выстрелом. После выборов в Синьорию Уберто решил, что его звездный час настал. У меня к тебе небольшая просьба. В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка отметила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сиянием. Найди их. Мессер Эцио, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной, вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет, нас могут увидеть вместе, это слишком опасно. Скажи, где они, я приду туда сам. В доме моей сестры, к северу от собора. Я иду туда. Подходи, не стесняйся. Боюсь, это не тот дом. Нет. Нет, это он. Рада познакомиться с тобой, месье Эцио. Анетта хорошего мнения о тебе. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, дона... Ти прего. Зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты, должно быть, устал. Может, приляжешь? Нет, грация. Я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберто Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить, но Гонфолоньер — опасный противник. А ты не убийца, Эцио. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем. В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Подойди поближе, Эцио. Пока.
У него неплохой портной. Откуда ты такой взялся? Бене, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. Вор! Вор! Эцио, если ты что-то украл, не стой столбом. Держите вора! На помощь! Здесь карманник! Мерда! Меня ограбили! Стража! На помощь! Здесь карманник! Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный. Такой милый. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, меч и наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему эти вещи и увидишь. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Thank you.
О, Эцио Аудиторе! Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно. Пойдем сюда. О, какой бардак. Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо, давай посмотрим. Поразительно. Не знаю, Эцио. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Медиспиаче. Стой. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью... Вот. Готово? Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верамента? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. Невероятно. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Минутку. Жди здесь. Вы Леонардо да Винчи? Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется. А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Non fare in finto tonto. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас? А сейчас? Грация, Эцио. Извини, что так вышло. А, ничего, их грубость меня не удивляет. А тело? Втащи его внутрь, к остальным. К остальным? Их дает мне город для опытов. Не торопись, аккуратнее. Видишь? Никаких следов. Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджиле Эмея Маджи. Святая Мария, что он затевает? Yeah.
надо придумать, как оставаться дома. Что заставило мужчину вести себя? Долго же тебя не было. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины «Вероккьо». Это в церкви Санта-Кроче. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, Эцио. Я позабочусь о них. Ты снова об этом? Ты перешел все границы, Уберто. Тебе ли говорить о границах, Лоренцо? Не ты ли присвоил титул принца флорентийского? Это неправда. Конечно, ты всегда чист. Как удобно. Что ж, теперь мы знаем, сколь велико твое влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да, твои союзники, паццы. В них все и дело, да? Остерегись, Лоренцо. Такие речи – путь к ненужному вниманию. Добрый вечер, Гонфаланьяр. И вам того же. Полагаю, вы веселитесь от души? Да, постараемся отвлечься от этой неприглядной истории с семьей Аудиторе. Подумай только, ведь Джованни был мне как брат. Не вините себя. Кто мог знать, что он задумал такое злодейство? Надо вычеркнуть имя предателя из городских хроник. Он не достоин того, чтобы о нем знали потомки. Да, а бы я ненадолго оставлю. Уберто!
уделите мне минутку? Вам хоть всю жизнь, Беатриче. Ну же, расскажите, каково это быть героем? Какой же я герой? Я Гонфалоньер, и мой долг заботиться о том, чтобы Флоренция оставалась оплотом правосудия. Пока я остаюсь у власти, взяточники и им подобные не будут знать покоя. Уберто, вы дар небес. Надеюсь, Лоренцо понимает это. Да, наш великий правитель Лоренцо. Дамы, я еще вернусь к вам. Ты! Ты бы поступил точно так же, дабы спасти тех, кто дорог. Да, верно. Так и вышло. Аудиторы не погибли! Еще остался я! Я! Эцио! Эцио Аудиторе! Что это такое? Ассасин! Это один из символов. Что он означает? Он здесь не просто так. Боже мой, это невозможно. Это же компьютерный код. Секунду, сейчас я скомпилирую его. Это зашифрованный файл. Загрузи его в мой компьютер. У меня талант в дешифровке. Я не могу открыть его, он совместим только с самим Анимусом. Тогда отправь его Десмонду. Просто не верится. Привет. Я... Наверное, ты знаешь меня под именем Объект 16. Слушай, у меня мало времени. Я должен тебе кое-что показать. Нам всем лгут. Все, что мы знаем, все, что нас научили, все это ложь. Хорошо. Я загрузил в компьютер файл с доказательствами, но я разделил его на 20 частей и снабдил каждую пароль. Осторожность не повредит, да? Королева Изабелла? Нет, не она. Какой цвет, а? Неважно. Пароль к первому файлу спрятан на этой странице. Найди его. Найди их все. И тогда ты узнаешь правду. Что за хрень? Как это оказалось в нашем анимусе? Блок памяти. Я перенесла блок памяти 16-го из Абстерга в анимус 2.0. Наверное, он взломал его, когда Видик оставил его одного между сеансами. Минутку. Знаки на стенах в Абстерге написаны кровью. Это подсказки. Он говорит нам, чтобы мы искали их в анимусе.
пожалуйста, не трогайте меня. Я ничего не сделал. Думаю, мне лучше покинуть Флоренцию. Куда отправишься? У моего дяди Марио есть вилла у Монтериджони. Тебя по-прежнему разыскивают, Эдсо. И что же вы предлагаете делать? По всему кварталу развешаны плакаты. Если их сорвать, то все быстрее забудут про тебя. Кроме того, подстрекают народ глашатаи. Подкупи их, и они не станут говорить про тебя. А еще ты можешь заняться теми, кто оговорил тебя. Они поступили с честью ради денег. Никто не пожалеет о таких людях. Разберись хотя бы с одной помехой, и сможешь спокойно уехать. Я добавила программу, которая отслеживает уровень твоей известности. Этот индикатор поможет тебе оценить, действуешь ли ты инкогнито. Это подскажет, когда нужно быть осторожнее. Индикатор позволит тебе узнать, является ли этот уровень известности частью воспоминаний. Что такое? Назад! Я ухожу. Это чересчур. Господин, пожалуйста, не... Бентернато, Эдсо, ты добился своего? Да. Мама? Эдсо, где ты был? Они не отпускали нас, а мама... она не произнесла ни слова с тех пор, как мы ушли из дома. Но отец все уладит. Где отец? Где Федерико? И Петруччо? Случилось несчастье. Ты о чем? Нет, это невозможно. Клаудия. Нет, 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 нет. Я сделал все, что мог, Пичино. Послушай, сейчас самое главное — укрыться в безопасном месте. Но если ты не будешь держать себя в руках, ничего не выйдет. Понимаешь? Очень хорошо. Ты позаботишься о матери. Тогда мы готовы. Еще раз спасибо тебе за все. Береги себя, Эдсо. Будь осторожен. Верю, тебе предстоит долгий путь.